За 9 месяцев текущего года в Якутии построили больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Из них 121 тысяча – жилье индивидуальное. По поручению главы республики план в этом году составляет 600 тысяч. В целях решения этой задачи между правительством и муниципальными образованиями заключены соглашения по взаимодействию. В соответствии с ними ввод в эксплуатацию индивидуального жилья должен составлять 1/3 от плана. Между тем, по сравнению с прошлым годом, темпы роста ИЖС значительно увеличились. Об этом заявил первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Якутии Павел Аргунов во время сегодняшнего брифинга. У нас действует под программой индивидуальное жилищное строительство по трем направлениям. Работа ведется. Первое направление – это предоставление беспроцентных займов со сроком погашения до 10 лет через ГУФ АПК Туймада идет. Второе направление – это обустройство зоны ЖС, то есть это строительство инженерных сетей в новых кварталах. Последние годы это направлено на обеспечение инфраструктуры и замену участков, предоставленных для многодетных семей. Третье направление – это компенсация части расходов по доставке строительных материалов для северных и арктических наших вузов.